Сотрудники газодымозащитных служб считаются самыми отважными в пожарной охране. Те, кто бросается на помощь в самый очаг возгорания. Свою силу и сноровку спасатели продемонстрировали на ежегодных соревнованиях. Традиционно местом проведения стал учебный пункт в Заволжском районе. Всего 32 команды по 4 участника в каждой. Ровно одна минута, чтобы проверить оборудование и вперед на борьбу с вымышленным огнем. В числе задач – найти пострадавшего, надеть на него спасательное устройство и вывести из задымленного помещения. На все не более 10 минут. Данные соревнования мы проводим с целью совершенствования навыков газодымозащитников, отработки их слаженности и действия в дыму. И в том числе, как бы, люди общаются, делятся своими какими-то новшествами. Лучшим звеном газодымозащитной службы в области названа команда 15-й пожарно-спасательной части Заволжского района. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.